В Иванове стартовали традиционные 7-е по счету молодежные встречи. В регион приехали представители комитетов по делам молодежи из Владимира, Великого Новгорода, Череповца, Смоленска, Твери и Ярославля. Тема обсуждения этого года – патриотическое воспитание и передовые формы взаимодействия поколений. Ребята не только теоретически будут рассматривать какие-то вопросы, но и на практике. Например, с выездом в 98-ю воздушно-десантскую дивизию, с выездом в клубы по месту жительства – и ряд других мероприятий, которые будут показывать, как на территории города Иваново у нас идет патриотическое воспитание молодежи. Обмен опытом – главная цель ежегодных молодежных встреч. Делегат из Владимира Дарья Родина особенно заинтересовалась возможностью посещения одного из клубов по месту жительства. Таких объединений в ее родном городе 70, в нашем – 21. Тем не менее, Дарья рассчитывает увидеть нечто новое, что можно было бы применить на практике во Владимире. Рассказала она и о проектах, которые реализует их городская администрация. Одно из таких крупных и новых мероприятий, которые реализуются именно сейчас в рамках юбилея Победы, это дружба поколений. Мы набираем волонтеров, у нас открыт волонтерский штаб, куда приходят молодые люди, которые готовы оказать посильную помощь ветеранам. И волонтеров у нас сейчас гораздо больше, чем желающих ветеранов. То есть молодежь готова помогать. Молодежные встречи продлятся до воскресенья 7 декабря. За это время делегаты смогут посетить фестиваль спорта, принять участие в работе одной из площадок межрегионального фестиваля увлечения и совершить обзорную экскурсию по Иванову. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.